Итак, а теперь мы покажем вам надежную защиту от удара в голову. Эта защита называется подставки. Подставки плечами, подставки локтями. Это самая простая защита, и я так думаю, что именно с этой защиты нужно начинать выстраивать свою защиту. То есть отбивы, потом уклоны, ноги, все это потом. Сначала нужно научиться правильно группировать свое тело, а именно, смотрите, то есть поскольку мы уже выяснили, что самая уязвимая часть тела, точнее головы, да, это нижняя челюсть и затылок, поэтому мы должны группироваться. То есть во время атаки на нас мы прижимаем подбородок к груди, приподнимаем плечи, таким образом мы уже нижнюю часть головы мы уже прикрываем. Далее, поскольку мы занимаемся общим рукопашным боем, поэтому все боковые удары могут быть направлены как в челюсть, да, так и в затылок. Поэтому обязательно нужно еще с помощью наших защит подставками закрывать затылок. То есть не такая вот, да, подставочка, как в боксе, где перчатка, да, тут прикрылись, и по правилам нельзя без затылок, и поэтому вы нормально закрываете затылок ударов. То есть здесь удары могут идти дальше, поэтому рука идет немножечко дальше, да, то есть я опережаю события. Итак, замечательное упражнение, которое вы можете делать дома самостоятельно для того, чтобы понять механизм подставок, да, и отработать движение, знаете. В основе подставок обязательно работают плечи. Если идет удар сбоку, мы подставляем плечо, либо левое, либо правое, немножко скручиваемся, закрываем нижнюю челюсть от боковых ударов. Если идут прямые удары, мы скручиваемся, поднимаем плечо и закрываемся плечом. Вот такое движение. То есть, по сути, это движение скрутки, да, подставки плечей. В их основе лежат те же самые движения, что при ударе. Вот маленький фокус, да, маленький, так сказать, секрет от Макса Степанова. Вот прямой удар, да, я наношу прямой удар, и мое левое плечо закрывает мою челюсть, да, вторая ручка закрывает голову. Если я ладонь левой руки положу себе на голову, то у меня получится та самая подставочка, которую мы сейчас с вами будем разговаривать. То есть вот подставка, вот удар, вот боковой удар, вот, допустим, подставка от защиты от этого бокового удара. То есть плечо, бедро и нога, они, в принципе, находятся в одинаковом положении, что при ударе, что при защите. Поэтому ничего не нужно выдумывать, нужно просто, если вы бьете, выбрасывая плечи вперед. Если вы защищаете, сюда же плечи выводите вперед. От прямых ударов, от боковых ударов. А упражнение заключается в следующем, называется причесывание. То есть мы можем причесывать следующим образом. Мы введем ладонь вдоль лица вверх. И вот нашу львиную гриву, да, загребаем туда назад. И локоть уходит за голову. Сразу пошла вторая рука. И вот так вот друг за другом, вместе с плечами, обратите внимание, плечи тоже работают, мы делаем такое упражнение. И в обратную сторону. Достаем локоть из-за головы и тащим предплечье перпендикулярно полу вниз. Сразу пошла другая рука. Вот такое движение. Теперь, как это нам поможет, да?